Линкольн. Мерседес. Линкольн. Если мы и теперь не поедем, будем последними ослами. Последним будешь ты. Я буду предпоследним. Смотри, в нашу честь играет оркестр.
ты без подушки-то? Теперь, мама, вы дальше не идите. До свидания. Примус на колесах! Смотри, Фаня, ну! Смотрите, у вас так хорошо! Мотор две мышиных силы! Вот так все лето и пролежим под твоей машиной. Под моей машиной? Это была твоя идея ехать в Москву на автомобиле. Ничего подобного. Я хотел ехать в Батум на байдарках. Хочу кушать. Кушать. Хочу кушать.
Ты что такое? Заяц. Ты куда собрался, мальчик? В Америку или в Индию? Может, в прерии? В джунгли, да? В Арктику. Куда-куда? В Арктику. На ледокол. А верно ведь. Вот и вещественные доказательства. Портрет от Юльича Шмидта. Охотничий ножик. Ну-ну. А это что это у него? Что это? Карта Полярного моря. Вон лагерь челюскинцев. Голубчик, нам с тобой не по пути. Домой, домой, домой. Тихо, домой, дайте в Арктику. Вот мама задаст тебе по Арктике. Куда же ехать? По-моему, налево. А по-моему, направо. Почему направо? А почему налево?
Что ж ты стоишь? Беги за доктором. Беги скорей. Слушайте, скажите, чтобы она дышала носом. Только носом. Дышите носом. Расстегните ей платье. Ничего, я вам разрешаю, это моя племянница. Так, молодой человек, что вы стоите как жених? Сделайте ей искусственное дыхание. А, черт. Ну! Об этом говорить. Вы рисковали жизнью. Какой пустяк. С каждым может случиться. Как я вам благодарна. Вам вредно разговаривать, дышите носом. Я прыгун довольно известный. Даже медали имею за спасение на водах. Вот бывало, как заберешься на 40-метровую вышку, да как прыгнешь в Черное море, да как... Как? Женя, скорее переодевайся, я опоздаю на лекцию. Меня ждут в Крыжополе. А мы давай в объезд, а? Ha ha ha!
Рекомендуюсь. Ваш коллега по обслуживанию масс, профессор Сен-Вербут, член ЦКУВОСа. Сегодня в помещении вашего клуба я буду бороться с суевериями, рвать паутину лжи, которой вас оплетают попы, раввины, факиры, жрецы. Что? Я угадываю мысли на расстоянии. На момент. Хотите, я вам скажу, что вы сейчас думаете? Вы думаете, он не профессор. Он жулик. Он мошенник. Он не член ЦКБ. Что? Не пробуйте этого отрицать. Не надо аплодисментов, мне не трудно. Прошу вас, подпишите афишу, вы заняты, я тоже. Что? Уна моменто. В Одессу морем я плыла на пароходе РЭД. Погода чудная была, Андетруадла. Вуаля! Прошу вас. Вы еще будете меня благодарить. Кушайте на здоровье. Хотите, я вам скажу, о чем вы сейчас думаете? Вы думаете, как я ошибался в этом человеке? Arrivederci. Много васильки, много васильки в поле.
помнишь, до самой реки мы их сбирали для Олин. Кажется, полный сбор. Какой там полный? Одни контрамарочники. Клубу полагается 25% сбора. Спокойно, мы джентльмены. Деньги после спектакля. Не-не-не-не-не-не. Давайте лучше сейчас. Не беспокойтесь, не беспокойтесь. Будут как в банке. Да. Как в аптеке. Да-да. Да-да-да, как у меня в кармане. Вот этого я и боюсь. Да-да. Отдайте лучше сейчас. Слушайте, за кого вы меня принимаете, товарищ? Я профессор, член ЦКУБУ. Ладно, все вы профессора. А? Так. Хорошо. Деньги после спектакля. Из принципа. Без рук, только без рук, мы джентльмены. Все вы джентльмены. Что и требовалось доказать. Оставьте меня. Оставьте меня. Вы не вежи. Тут, наконец, женщина переодевается. Мне надоели эти слезы. Мне все надоело. Что тебе надоело? Надоело быть говорящей головой. Надоело таскаться с вами. Мне надоело. А кушать тебе не надоело? Я на нее трачусь. Несу расходы. Один обед мне твой стоит ежедневно 60 копеек. Не плачь перед спектаклем. Почтеннейшая публика и граждане, я специально приехал в ваш город, чтобы красиво вас обмануть, а вы, граждане, если заплатили деньги за билеты, должны красиво меня споймать. Те опусы, которые я вам здесь предоставлю, основаны на точных знаниях физии, химии, каталепсии и клептомании. Никаких чудес нет. Все, что вы здесь увидите, есть ничто иное, как обыкновенный собачий рефлекс. Маэстро, прошу номер 6. Никакого бога нет, мы берем обыкновенную колоду карт. В Одессу морем я плыла на пароходе. Раз! Погода чудная была, Одессу отпал. Вуаля! О! Мы видим птичка. Птичка.
хочет что-то сказать. Птичка хочет обратно домой. Иди, птичка, иди, птичка. Как не твоей. Восьмое чудо света! Живая, говорящая, поющая, отрубленная голова. Отвечает на вопросы, дает справки, отгадывает мысли на расстоянии. Маэстро, прошу номер 16. Слова мой, музыка моя. Прошу. Неужели это он? Заяц! Тогда едем скорее, заводи. А где же ручка?
странно все-таки. Слушай, Жора, у тебя сердце здоровое? Да. А нервы у тебя здоровые? Ну что такое? Дальше никуда не едем. Последний, самый удивительный номер и гвоздь. Освобождение узника капитала от цепей. Желающего из публики подвергнуться опутыванию цепями, прошу на эстраду. Никого нет? Веселей, граждане, веселей! Выберите достойнейшего! Веселей! Профессор, глядим 25%. Все равно ни на шаг не отойду. Милости просим, пожалуйте сюда. Вот вышестоящий товарищ за клуб изъявил желание. Попросим его. Попрошу арбитров и медицинский персонал на сцену. Но ведь я только ветеринар. Пожалуйста, пожалуйста. А деньги? Деньги будут. Прошу смотреть на часы. Ровно через 3 минуты снимите покрывало. Узник сам освободится под влиянием моего внушения. Чтобы ни у кого не возникла мысль о жульничестве, я нарочно покидаю сцену. Эльня, скорей, скорей бери голову в руки и за мной. Бандиты, меня, заслуженного профессора разных республик. Слушайте, они не будут стрелять нам вдогонку. Что вы, профессор?
ку-ку. А где пальто? А мое? А где ж пальто? Привет тебе, дневное светило. Ну и фигура. Негде пробы ставить. Можно мне сесть рядом с шофером? Это, наверное, очень интересно. Конечно, можно. Вот что, Жора, ты садись сзади, я буду управлять. Почему ты? Я водитель машины. А я бортмеханик, должен сменять уставшего водителя. Я совсем не устал. Все равно по правилам должен уставать. Пусти. Нет, ты пусти. Пусти. Нет, ты пусти. Пусти. Ну ничего, ничего, я сяду сзади. Ну ладно, управляй. Почему я? Ты водитель, ты управляй. Ты бортмеханик, должен сменять уставшего водителя. Ты же говорил, что никогда не устаешь. А кто заявлял, что по правилам должен уставать? Садись, 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 садись. Можно ехать. Трогай! Телескоп, по-моему, это не для нас. А где же остальные машины? Какие машины? Машины автопробега. Ах, автопробега. Ах, ну, вы бы раньше так сказали его. Автопробег, он на
мигом. Что-что? Ну, там проколы. Поломки. Аварии. Энтузиазм населения. Дядя, а ваша машина идет первой? Да-да. А как она называется? Линкольн или Сузебек? Линкольн. А я читал в газете, что Сузебекер идет первый. И черт твою матерь с моим Сузебекером. Дядя твой Сузебекер, тетя твоя Сузебекер. Фалу сюда. Сузебекер из Сузебекера. Широкое автомобильное спасибо. Улучшайте дороги. Мерси. Теперь перейдем к делу. Кто здесь заведует снабжением? Я. О, что и требовалось доказать. Прошу вас. Мне этот липовый профессор что-то не нравится. Не Лев Толстой. Я вам давно хотел сказать, что за дядей надо присматриваться. Он, кажется, не профессор. Даже, наверное, не профессор. Он какой-то такой... В общем, он жулик. Кажется, я сейчас сделаю что-то страшное. Успокойся, телескоп. Успокойся. Нет, я сейчас пойду дам... Успокойся. Дам по морде ему. Слушайте вы, профессор, немедленно верните деньги, поросенка, курицу и яйца. Я сейчас сделаю что-то страшное. Успокойся, телескоп, успокойся. Немедленно верните деньги. Возвращать деньги. Вы не умеете жить. Деньги надо брать, молодые люди. По этой морде должен кто-то ударить. Мы джентльмены, спокойно. Мы джентльмены, товарищи, граждане. В чем дело? Минутку внимания, граждане. Граждане, товарищи. Почтеннейшая публика, в чем, собственно, дело? Что такое автомобиль? Чем он отличается от лошади? Лошадь бегает, автомобиль тоже бегает. И на первый взгляд никакой разницы нет. Но, друзья мои... Товарищи, возьмите лошадь. Это жвачное, парнокопытное животное. Как сказал Брэм, возьмите, посмотрите, как она жалобно бежит. Посмотрите, возьмите автомобиль, даже несколько автомобилей. И посмотрите, как они мчатся из всех своих лошадиных сил. Возьмите и посмотрите. Thank you.
Профессор Сен-Вербут, член ЦКУ. Сколько лет, сколько зим. Давайте. В чем дело, товарищ? Третий сын лейтенанта Шмидта. Племянник Карла Маркса. Богатый жених из Аргентины. Дон Диего Дигамет. Давайте. Товарищ начальник, ей-богу, я ж ничего такого не сделал. Давайте не будем. Ну, давайте. Ей-богу. Товарищ. Давайте не будем. Вон он, телескоп. Жора, наша машина. Жора. Товарищ начальник, это он наша машина. Он украл нашу машину. На нашей машине вместе с ним. Он украл нашу машину. А, давайте. Когда вы начали, я нам эту машину. Феня, дядя-то вашего, да он, знает ли он, не скоро там. Хотите, мы вас отвезем домой? У меня нет дома. Это очень хорошо. Очень хорошо, что у вас нет дома. Поедемте с нами. Поедемте, а? С вами? Куда? В Горький, Сталинград. В Москву. На автозавод. А что я там буду делать? Работать на заводе. Прекрасно заживем. Прекрасно заживем. У меня есть проект, я буду изобретать. И у меня есть проект. Он будет изобретать, а мы будем выполнять. И Жора у нас будет вместо дяди. Совершенно верно. Буду вместо дяди. А телескоп будет приходить к нам в гости. Нет, ты а просто ты выполняй. Нет, ты выполняй. Облака серебристые, попробуй теперь загони. Скоро вечерние блинские, Москвы загорят огни. Если едем в далекое Сочи, если в небе с утра нет тучи, значит, нам хорошо сегодня, а завтра еще будет лучше.
поздравляю. Вот и приехали в Москву. Это был верный друг. Обратно поедем на байдарках. Без вас доберусь до Арктики. Первый заезд в Арктике. Карское море. Ледокол Красин. В трюме обнаружен 10-летний мальчик, заявивший, что он хочет быть героем Советского Союза или Отто Юрьевичем Шмидтом. Мальчика зовут... Котя Васильев! Это наш заяц. Да. Начальник здесь просто родить не беспокоит, мать значительно довольствие. Вот молодец, а? Действительно добился молодец. Своего. Да, мальчик молодец. Ну, Феня, а теперь тебе придется заполнить одну маленькую анкетку. Ой. Любишь ли ты кого-нибудь из нас? Если да, то кого именно? И если меня нет, то почему? Хорошо, я сейчас